Период новогодних праздников в Челябинской области не обошелся без происшествий, а точнее без пожаров и пострадавших в них. По сравнению с началом прошлого года, 2021 побил его рекорды. По Копейскому городскому округу, в частности, в период праздничных дней произошло 11 пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года было 9 пожаров. Основная доля пожаров приходится на жилые строения, это частные жилые дома, надворные постройки, бани. По причинам это нарушение требований при эксплуатации печного отопления, неисправность электрической электропроводки. По информации специалистов пожарной части, самые значимые пожары случились 2 и 6 января. В первом пострадали 2 человека, во втором огонь затронул сразу 2 жилых строения. Сотрудники МЧС выезжали и на другие происшествия, например, на срабатывание автоматической пожарной сигнализации.